Всем привет, с вами канал Крутой Гаджет, и сегодня хотел бы вам рассказать и показать, как можно установить root права на Elephone P8000 Android Marshmallow, Android 6. Вот, для этого вам понадобятся все файлы, которые будут в описании. Также вам нужно будет установить драйвера. Вот, если у вас Windows 8 или 10, то я кину видео, как установить, вот, там все понятно. И все работает. Так, сначала вот запускаем SP Flash Tool. Так, окей, нажимаем. Дальше. Нужно скачать будет прошивку, вот, Marshmallow. Нажимаем здесь Scatter Loading. И выбираем нашу прошивку. Вот она. На 11 заканчивается. И выбираем Scatter File. Дальше, здесь только выбираем Recovery, больше ничего. И два раза кликаем и выбираем. Выбираем мы модифицированный Recovery. Вот Recovery Image, оно тоже будет в описании. Вот, открыть. Дальше. Так, подсоединяем наш смартфон к компьютеру и нажимаем Download. Вот, как видите, Download DA, Download Flash. Все. Прошилось. Закрываем прошивщик. Так. Дальше отсоединяем кабель. Так, и дальше заходим в Recovery. В Recovery заходится кнопочкой Power и звук вверх. Вот, когда включается смартфон. Дальше здесь выбираем Recovery, самое верхнее. Вот, и кнопочку вниз. Нажимаем. Переключаться между этими, кнопочка вверх, звук. Так, включается наш Recovery. Ждем сейчас. Мы установили TouchWiz Recovery. TouchWiz Recovery Partition. TWRP. Вот, здесь можно нажимать кнопочки. Так. Так, Select Language давайте. Выбираем русский. Так, вот, русский, украинский, тут много языков есть. Так, разрешить изменения, вот так вот делаем. Так, дальше нажимаем кнопочку «Установка». Я на карту памяти закинул архив SuperSU, он тоже будет в описании. Так, выбор накопитель. Так, выбираем накопитель здесь, если у вас на карте памяти, то выбираем карточку памяти. Так. Ищем SuperSU. Так, вот. У меня на карточке памяти, вот в этой папке, находится SuperSU. Вот, как видите, вот он. Нажимаете на него. Так. Дальше нажимаете свайп для прошивки. Вот. Я бы рекомендовал на корень карты памяти закидывать или в какую-нибудь папку. Вот я закинул в папку на карту памяти. Как видите, здесь она автоматически мне открывала память смартфона, но я переключился на карточку памяти. Это рекавери очень классные. Так, нажимаем перезагрузка ОС. Также, чтобы проверить, если у вас на смартфоне root права, вам нужно скачать будет с Play Market Root Checker, вот, и проверить. Так, вот наш смартфон уже включился. Ищем программу у нас SuperSU. Вот, ее не обновляйте, иначе у вас будет в статус баре постоянно выскакивать обновить бинарный код, и это может некоторых людей нервировать. Так, запускаем Root Checker Basic, он в Play Market есть, ссылка тоже будет в описании. Так, принимаем, окей, и проверка рута, как видите, P8000, Android 6, проверка рута, предоставить нажимаем, и как видите, все, есть рут. Вот, мы установили TouchWiz Recovery на смартфон этот, и установили рут. Вот, а кому понравилось это видео, то поставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал и на мои соцсети.
Также зацените интро в начале видео, вот такое под Watch Dogs. Всем всего хорошего, не забывайте подписываться на канал, и всем пока!